Перед вами замечательное игристое вино с одного из самых северных регионов Италии – Тренто. Это вино сделано так называемым традиционным методом или шампанским, когда второе брожение происходило непосредственно в каждой индивидуальной бутылке. И выдерживалось это вино целых 36 месяцев на дрожжевом осадке. К тому же это вино мелезинное, то есть с указанием года сбора урожая, здесь непосредственно на лицевой этикетке. Чаще игристые вина производятся путем смешивания разных винтажей. И если лишь винодел уверен в конкретном урожае, в конкретном винограднике и сорте, он может сделать одного года. И в данном случае мы имеем дело с одним годом. Идея винодельной ротари состоит в том, чтобы максимально проявить характеристику сорта и местности, на которой создаются эти вина. В этом вине ротари Брют Резерва мы с вами чувствуем прежде всего сортовые характеристики сорта Шардоне. Желтые яблоки, груши, лепестки белых цветов, цитрусовые оттенки. И, конечно же, все это дополнено благодаря традиционному методу тонкими нюансами бриоши, ореха. И в целом это элегантное, стройное, тонкое вино с освежающей кислотностью, которая позволяет сочетать это вино с огромным спектром блюд.